Заповедник. Это диджей Вичеланд, и мы продолжаем проходить Need for Speed The Run. Текущая позиция 26. Неплохо. Выиграйте 8 позиций. Да ладно, а я думал назад. Ва, солнышко, красиво все. У вас самый лучший друг гонки — это бордюрчик. Ой, не туда, не туда. Блин. Так они меня ждать не будут. Не будет, так что надо обгонять. Да блин, это было резко. Ой-ой, нифига себе машин, ой-ой. Упс. С дороги лучше не улетать. Немножко лишь работать, загнался. Дороги пошли, ужасно. О, там финиш что ли? А, нет еще. Кто-то спереди. Давай, шпар. Восемнадцатый уже. Не так уж и далеко. Финиш не за горами же. Выиграть 6 позиций. О, у меня радуга отсвечивает. Отблеск. Да как ты резко вылез, и прям на меня. Вот именно на меня. Ваши координаты у вас на экране. Капец. Маневр не помог, прием. Еще бы, какую-то фигню сделал. Это маневр что ли? Вижу цель, присоединяешь. Он толкает меня с дороги, продолжаем погоню. Ты сам нарываешься, парень. Капец, даже первый фиг обгонишь. Принято, выстраиваем
Такой сидит, приуныл. За рулем. Он не остановился, прием. Вот это такой нехороший. Потерял контакт, продолжим. Отмена, я его снова вижу. Сейчас вы его притормозим, дайте заграждение. Так, вот с этим заграждением. Подтверждаю, заграждение готово. Цель приближается. Заграждение не помогло, продолжаем погоню. Отстойное заграждение. Да блин, а! Опять! Он нарывается! Перестраиваемся! Новый план! Зулу 3-3, включай сирену! Вдруг проканает, включай сирену, да? Остановите вас! Ой. Подозреваемый несется как бешеный! И вы тоже, кстати. Конец! Какой водитель такой? Вау. Вот это удар! Автомобиль все еще движется. Я на удар пошла. Не приближайтесь, новый заход. Да блин. Цель повреждена и неуправляема. Что тут засранец нам делает, а? Понял вас, спецподразделение выезжает. Да блин. Гонщик отрывается, не можем за ним угнаться. Понял, видим их, идут быстро. Еще лезут под колеса эти долбаные копы. Мила Белова. Мила родилась на Манхэттене. Ее родители богаты и имеют вес в обществе. Однако близкая дружба с дочерью их механика и непокорный нрав привели ее в мир, где есть скорость и нет правил. Короче, опущу я ее сейчас. Обгонить ее. Обогнать. Победите Милу эту. Да без проблем. Да чё там 2 сантиметра заехал? А у меня романтичнее дорога. Да что ты? Чё, что сразу разваливается? Это нарочно, наверное, сделали, чтобы было сложнее. Я ей вставил. А чё я не повернул-то? Да капец, блин. Чё, что? Муравья сшиб. Авария. Лепесточек упал с дерева, упал на тебя. Авария. Да мне плевать на дрифт, я повернуть хочу. Так. Ты
такими дрифтами она меня догоняет. Ты ехать будешь, нет? Ой, дорога-то пошла. Тем более, она меня перегонит. Обгонит. Я не умею на таких поворотах поворачивать. Ну блин. Ну и дорога. Езжай, поворачивай ты. Финиш, блин. Дурацкая трасса, не понравилась. Ну, все-таки кое-как удалось. Фу. Выматывает прям. Такая трасса. Успейте вовремя, хорошо. Такой-то дороги и успеть вовремя. Вы меня обожаете, да, разработчик, чтобы я так мучился. Да не только меня, любого гонщика. Какие крутые гонщики. Они гонщики, наверное, в шоколаде едят. Да дерево, дерево! Капец, посади деревья. Бордюры-то сломанные, то есть деревянные. Все против меня. Так, давай тогда аккуратнее все это делать. Уйди. Нарушитель сильно побежден, ему не уйти. Измотан. О. Готовимся к новому заходу. Не надо готовиться к новому заходу. Контакт, последний прием. Листочки сдерживают. Контакт, последний преследуют. Готов к 10.05. А, 10.05 это как он встанет по часам. У него не справа, сияй займусь. Спасибо за. Сейчас встанет перед финишем, да? Копы, конечно, помешались, но все-таки удалось прорваться.
что дальше-то будет? Я, наверное, не пройду, да? Этап 9 завершен. Отлично. Что ж, это был DJ Vigilant. Продолжим в следующей серии. И, возможно, там уже будет последний этап, потому что мы уже 11-й, а осталось-то всего лишь ничего. Так что, возможно, и финальный этап будет. Надеюсь, вам понравилось.